следующем году планируется завершить участок дороги Астана-Павлодар по участку Центр-Восток, участок Теміртау-Караганда, автодорогу Уральск-Каменка с выходом на Саратов-Таскенбахты протяженностью общей протяженностью 528 километров. Оставшиеся проекты будут завершены в 2019-2020 годах. В рамках программы до 2020 года предусмотрено проведение ремонта, ежегодный охват которого составляет порядка 1500 километров дорог. Также одним из ключевых мероприятий программы является внедрение платности на дорогах республиканского значения. Данная мера обеспечит снижение нагрузки на государственный бюджет и самоокупаемость содержания дорог. До 2020 года планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на участках автомобильных дорог, прошедших реконструкцию протяженностью 6500 километров.